Арктический холод добрался до Казахстана. В ближайшие три дня большую часть республики накроет бесснежный антициклон. Обильные снегопады ожидаются лишь на юго-востоке страны. Температурный фон в северных и восточных регионах ночью достигнет 38, а днем 28 мороза. На юго-востоке страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 20, а в горах до минус 35. Из-за снежных переметов и нулевой видимости на республиканской трассе области Абай стоит колонна из более чем 100 автомобилей. Аварийно-спасательные работы осуществляют сотрудники ДЧС и Казавтодор. Дополнительно к месту проведения спасательных работ направлено 61 человек и 23 единицы техники. В ближайших населенных пунктах подготовлены пункты временного размещения населения. Сложность проведения аварийно-спасательных работ заключается в низкой температуре воздуха, сильном ветре, метели и нулевой видимости на автодороге.